Я не учитель, я никакие на себе ярлыки не накладываю. Вот, я просто делаю свое дело. Вот уже 6-й год. Я прошел за время своего вот этого делания поляны 11 тысяч километров. В этом лесу под Тольятти пожилого, но поджарого мужчину знает, пожалуй, каждая птица. Больше 5 лет его палатка стоит в этом месте. Его зовут Евгений Блинов, он бывший сотрудник АвтоВАЗа. Но инженерное прошлое осталось где-то далеко. Теперь он лесной житель. Позитив, я думаю, это хорошо. Он не шастает по лесу, так сказать, не грабит грибников. Он чем-то добрым занимается. Вячеслав Смирнов, фотограф одного из тольяттинских изданий, с Евгением познакомился случайно. Поехал в лес за фотопейзажами и увидел человека возле костра. Простой открытый человек со своими тараканами в голове. Ну, это такие безопасные тараканы, то есть для окружающих он какой-то интерес представляет, то есть как любопытный такой персонаж, может быть, фрик даже, вот, но тем не менее любопытный. Поляна с изваяниями – то, над чем Евгений Блинов трудится уже несколько лет. Славянские боги, ведические идолы, послания. Место напоминает языческое капище. Каждое изваяние мужчина сделал вручную, с нуля. Из тех деревьев, которые разрешает валить тольяттинская администрация. Рубит, пилит и затем вырезает образ. Каждый уникален. И у каждого есть имя. Была ранняя весна. Грохотала на Жигулевских горах. Пошел дождик, я все равно не уйду, капюшон нацепил, долблю. Дождик прошел, возникли завихрения здесь, и потом пошел град. Я ходил около этой сосны по кругу, ходил, везде сечет, она еще была вот так, треугольничком. И встал вот туда вот, оно, посмотрите даже, как чаша огромная вот. И я так стою. Как надо мной разрядило, как из пушки. Я даже душа не дрогнула. Думаю, Господи, думаю, это я должен сделать. Бог разы Перун. Вот, с той стороны. Это по художнику Васильеву. Я когда увидел его картины, это завораживающее действие. Без благ цивилизации, без телефона, без воды и отопления, на одну пенсию Евгений живет в своей палатке 10 месяцев в году. В самые суровые морозы уезжает к дочери в Краснодар. И как только в уже родном лесу становится теплее, возвращается к работе. Здесь его ждут статуи и люди, которые приезжают к Евгению за исцелением. Говорят, он лечит руками и называют это чудом. Люди привыкли, что-то чудеса. Это нет знаний. Обычных знаний. То, что человек не понимает, то он сразу, это сразу чудеса. Нет никаких чудес, это знание природы. Православная церковь к Евгению Блинову относится весьма скептически. Церковь на любых целителей смотрит отрицательно. Даже на тех, у кого иконы везде. И святая вода, и еще какие-то атрибутики. Потому что это опасный очень путь. Основная забота вообще в духовной жизни – это вот о человеке. Вот, или не навреди, или вот как бы это опасно. Многие люди, посмотрев на капище и на самого Евгения, назовут его язычником. Но сам мужчина себя так не называет и вообще смотрит на религиозные вопросы под другим углом. Это меня считают христиане. Но они сами язычники. Потому что это не наши. Языцы, отошедшие от своих родовых корней, поклоняющиеся адепту другой страны. Вот кто язычник. Я говорю, никогда своих богов не предавал. Это наши пращуры, это наши отцы с первоистоков. Современное духовенство больше не насаждает насильственно свои порядки, как это было на Руси, и даже адаптируется к таким славянским праздникам, как, например, Масленица. И к Евгению Блинову вряд ли направится делегация священнослужителей, чтобы вернуть его в лоно православной церкви. Да и к вопросам язычества и идолопоклонства относится гораздо мягче, чем 1000 лет назад. На самом деле, идолопоклонство, оно повсюду. Просто оно неявное. Потому что церковь говорит о том, что любая вещь, которая занимает в душе у человека место Бога, центральное место, становится идолом. Это может быть здоровье, богатство, успешность,
положение в обществе. То есть все то, что мы вот ставим в центр, и ради него все силы и здоровье все на это кладем на алтарь, да, вот этого идола. Психологи говорят, в наше время тенденция к уходу от социума весьма велика. Люди не справляются с нагрузкой и стремятся к уединению. Люди от социальной нестабильности, да, уходят, и, но им проще найти себя вне социума. Они перестают контролировать ситуацию. Ну, хотят люди там жить, хорошо ему там, да, спокойно ему там, да. Очень многие хотят к природе, кто не встраивается в социальные нормы. Пока церковь и психологи рассуждают о нормальности и правильности жизни Евгения Блинова, мужчина продолжает валить сухостой, рубить, вырезать, выжигать. До наступления холодов у него еще очень много дел.